Но уже идут ребята, на войне живут бойцы. Как когда-нибудь в 20-м их товарищи отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад. Проходил с ружьем кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мочивших глаз, смерть в бою свистела часто. И минет ли в этот раз? Налегли, гребут потея, управляются шестом. А вода ревет правее, под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит. А вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли. А уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь. И уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый, за холодную чертой, неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый, море вынесла волна. Было так, из тьмы глубокой, огненный, взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставил воду. Вдруг снаряд, понтоны в ряд. Густо было там народу, наших стриженных ребят. И не все успели сходу повернуть, отплыть назад. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась.